Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась 22 декабря прибыл в Армению. По данным армянских СМИ, в ходе визита делается акцент на обсуждении вопроса открытия Зангезурского коридора. Генсек ОДКБ встретился с военно-политическим руководством страны и обсудил ситуацию в зоне ответственности Альянса. По словам пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зинединова, Станислав Зась подготовил отчет по сентябрьской сессии ОДКБ. Как пишут армянские сайты, в рамках визита генсека организации в повестку внесены переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном. В ходе этих встреч генеральный секретарь ОДКБ предоставил информацию о региональных процессах, в которых участвует Армения. В числе указанных процессов – армяно-азербайджанские, армяно-турецкие отношения, а также открытие Зангезурского коридора. Отметим, что 22 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян принял заместителя председателя правительства России Алексея Верчука. Они обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.